когда игрались гимны. Это большая потеря вообще для всего мирового бокса. И оба боксера сказали, что они этот бой, как бы ни закончился, посвящают великому Эммануэлю Стюарту. Хорошей, чистой борьбы пожелал рефери боксерам. Итак, давайте смотреть. Владимир Кличко, Мариуш Вах, господа. Ну что ж, давно у меня, вот лично у меня не было такого предвкушения, что ли, от, перед боем с участием того или иного брата Кличко. Я ожидаю очень интересного поединка, очень сложной борьбы, потому что, ну вы помните, как расправлялись длинной передней рукой и сильнейшим правым Кличко и старший, и младший с любым соперником. Здесь ситуация совершенно другая. Да, Владимир сказал, что ему надо будет боксировать по-другому, чем нежели во всех абсолютно предыдущих боях. Соперник на 4 сантиметра превосходит его в росте. Здесь ему уже надо подходить, искать свою дистанцию. Ну, хотя не такая уж велика разница в росте. Да и в длине рук всего 2 сантиметра. Ой-ой. Вот пошел вперед Владимир. Видно, насколько мощнее Кличко своего соперника. Посмотрите. Намного мощнее. Как вот мальчиком, что ли, выглядит его соперник. Настроен Владимир очень здорово на этот поединок. Такое чувство, что Кличко как-то вот неудобно боксировать со своими низкорослыми соперниками. Вот с высоким, с более высоким. Вот сейчас он понял, легче. Да? Что надо ему делать? Бесспорно, он хорошо подготовился, и все его партнеры были примерно такого же роста. Ожидал ли Вах такого резвого начала со стороны соперника? Вряд ли, мне кажется. Да. Из разведки пошел Владимир вперед, и уже мы видели несколько очень удачных и очень эффектных его атак. Еще один точный правый удар. Ну, пока крепкая челюсть у поляка. Но она и смотрится очень внушительно. Но я не думаю, что бой продлится даже половину дистанции. То уже зарекомендовал себя. Ну, он все удары справа и точно пришли в цель. Вах как-то вот и руки, в общем-то, не очень высоко держит. Он уже напуган, посмотрите. Вроде бы держится достойно, но человеческий страх... В глазах есть. Есть, конечно. Ну, а потом это будет... Усталость от пропущенных ударов, а потом это будет общая физическая усталость, если дело дойдет до этого. Всаживает очередной правый Владимир Кличко. И действительно, вы очень точно заметили, вот чувствуется, что ему вот с таким боксером действительно удобнее боксировать. Ну, а нам интереснее смотреть. Подходит ударов к концу второй раунд. Пока еще не было ни одной атаки со стороны польского боксера. Он Кличко даже не дает ему отпустить свою руку от головы. Постоянный прессинг, да, постоянная угроза. И у меня такое чувство, что Кличко ждет, ждет удара левой. И на этот бросок, что ли, передней рукой он или ответит, или встретит очень жестким ударом. Закончен первый раунд. Очень убедительно в исполнении чемпиона. Start jabbing to the body song. You mix up your punches really good. Keep mixing them up. Go to the body and to the head. But you ain't went to the body yet. Start mixing them up. He won't see the right hand coming. Right now he bracing for it. Bracing for it. Jab to the body, jab to the head, jab to the body, shoot the right hand on top. Just mix up your punches. Really good round, really good round. Левый и правый на оттяжку. Левый. Now it's time for you to go to work. Okay? We got it. Now we got it work now. Don't let him get too much confidence. Он сейчас меньше, он сейчас меньше, он сейчас меньше. Don't let him get too much confidence. Keep breathing. Мариш, мужчина, слабый. Back up.
Очень хороший первый раунд провел Владимир Кличко. Посмотрим, каково будет продолжение. Вот сейчас старший брат подсказывал Владимиру, как действовать в следующем раунде. И мы услышали, что он сказал правой на оттяжке. И мне кажется, вот именно так и закончится этот бой. Ну вот осмелел, смотрите. Польский спортсмен пошел вперед, чем, наверное, разозлил Владимира. Тут не простит ему такого... Ну, а неожиданного резкого выпада. Ну, он обязан был это сделать, потому что конечно, иначе бой такой односторонний характер явно приобретал. Ждет Кличко, когда раскроется Марио Швах. И я почему-то вот думаю, что он все-таки попадет точно с правой. Может быть, потом будет добивать уже левым боковым. Да, ажиотаж в зале. Снова попадает справа Владимир. Но накопятся эти удары в конце концов. Их очень много пропустил Марио Швах в первом раунде. Сколько дырок в его защите мы уже увидели. Да. Как будто для Кличко... Передней рукой Владимир делает вообще все, что прочитанная хочет. Книжка. Причем и прямыми, и чуть снизу попадает, и сбоку. Такая четкая стабильность чувствуется в каждом движении Владимира. Все настолько отработано, выверено, отшлифовано, даже отполировано. Ну, в общем-то, если иметь в виду продолжение карьеры чемпиона, да, то этот бой ему сейчас как нельзя кстати, потому что следующие боксеры, которые будут становиться в скором времени его соперниками, такие как Тайсон Фьюри, как Хелениус, как Деонтей Уайлдер, американец, все они примерно вот такого роста, как, а то и больше, чем польский боксер. Поэтому вот сейчас провести бой с Вахом как нельзя кстати для него, почувствовать, как же драться с соперниками таких габаритов, потому что в дальнейшем, еще раз скажу, скорее всего, именно те ребята и будут соперниками. В чем дело? Так, вылетела капа. Такое чувство, как будто поляк пришел в себя. Я думаю, что накачали все-таки его в плане эмоциональном, психологическом секунданты во время первого перерыва. И он, безусловно, не ожидал такого резкого начала от Владимира. Думал, что тот так начнет бой немножко в разведке, прощупывая его. А вы видели в первом раунде, насколько резко атаковал Владимир. И поляк был несколько обескуражен. Сейчас ему просто необходимо приходить в себя и пытаться что-то делать. Какие-то контрдействия находить и производить их. Все-таки намного сильнее физически Владимир. Мощнее. Да и быстрее мы видим. Как будто тяжелее. Как будто даже тяжелее. Спокойно, мам, еще час. Спокойно. Как бьет им правый, то руку вам отбросит. Давай, давай, давай. Интересно. Третий раунд. Интересно, что оба боксера представляют соседние страны, Украину и Польшу. А их секунданты говорят на английском. Да, потому что они сейчас живут оба и тренируются в США. В Калифорнии Владимир Кличко, в Нью-Джерси Марио Швах. Да, началось похоже.
пытался сейчас от канатов уйти. Ну, посмотрите, с попыткой атаки Мариуш Вах, ну, просто ушел. Просто два раза толще, чем мускулатура его соперника. Нет, конечно, Кличко в последнее время, вы знаете, в силовом плане, в плане атлетизма тоже очень много прибавил. И причем, вообще такой Геракл, да, в ринге. Причем с возрастом два бата становятся настолько похожи друг на друга, что люди, мало интересующиеся боксом, даже не знают, кто из них старше, кто младше. Вот в миллиметре сейчас пролетел удар право-прямой от головы Мариуша. Но пока поляк держится неплохо, я бы так сказал. Не так грустно, как в самом начале, да, на первой минуте боя. Посмотрим, какие контраргументы он сможет выложить. Мне вот интересно, я вот ждал такого левого бокового на прыжке от Владимира Кличко. Он никогда, понятно, этим не пользовался, потому что все его соперники были ниже ростом. Как раз они планировали, так вот подпрыгивали к нему. А вот сейчас он несколько раз уже нанес этот удар. Попал, но не сильно. Что-то не видно уже такой уверенности на лице польского спортсмена. Ну, сейчас огрызнулся прямым ударом, но перед этим сам пропустил. Все в ожидании чего-то. Что-то должно неожиданно произойти. Хотя заканчивается третий раунд, и ситуация очень напряженная. Но разбил джебом просто. Наверное, ударов 50 точно попал Кличко по голове своего соперника. You're breaking them down mentally. Just keep jab. You see the jabs are working. Go up and down with the jab. The jab is working because you're breaking them down. He ain't gonna better keep up with this pace. You started too fast a pace for him. He ain't gonna keep up with it. Just keep the jab. Keep the jab going. Out of nowhere, you can start. You can start shooting your lead shots because the jab is working so good. The jab is landing beautifully. Just to keep boxing like that. You're breaking them down. Boxing good. Just keep on moving. Keep the rhythm. He cannot keep. Only time he catch up with you when you stand there. You keep the rhythm. He ain't gonna catch up with you. Move. Keep the jab up and down. You forward. I would have. What to do. Just keep doing what you're doing. Левой рукой нормально работаешь. Если что, сдваиваешь. Левой рукой нормально работаешь. Если что, сдваиваешь. Сказал Виталий. Не заряжайся на правую. Подсказал ему брат. Знаете, до самого поединка, когда нам показали того и другого спортсмена в раздевалке, я заметил, вот в тот момент, когда трепировали руку польскому спортсмену, у него большой шрам на кисти. Видно, он перенес операцию какую-то серьезную. На левой, по-моему, руке. По-моему, на правой. На правой? Да. Значит, есть проблемы. Ну, были, во всяком случае, точно. И что самое интересное, мы обратили внимание, что Владимир сам тейпировал себе руку. Ну, нету Стюарта. Продолжается поединок все в том же ключе. Владимир ищет возможность для таких уже решительных действий, для заключительных, я бы сказал, может быть, даже действий. Постоянно его левая рука находит цель. Мариуш Вах постоянно вот под этим прицелом, постоянно под этим мечом, что ли, дамокловым, который висит над ним.
И что интересно, ниже Владимир соперника, пусть не намного, но он практически все удары джебом попадает точно в цель, а его соперник не достает. Ну, давно уже признано всей боксерской общественностью, что да, в супертяжелом весе у Владимира лучший джеб в мире. Так, пытался сейчас раздергать поляк украинского спортсмена. Ну, что-то нужно делать, по крайней мере. Но он пока не теряет надежды, нисколько не теряет. Хотя выражение его лица не настолько уверено, как до боя. Нет, ну характер у него есть, безусловно. Боксер еще к тому же терпеливый. Мы поняли, что он может и удар держать неплохо. Вот как пойдет бой, сейчас, мне кажется, в основном зависит от Владимира. Будет он форсировать события, не будет. Вот он немножко взял небольшую паузу, мне кажется. Да. Немножко отпустил ситуацию. Ну, попал с правой. Ожидает. И такое чувство, как будто Кличко не вкладывается. Очень сильно, да, в удар. Да. Просто наносит удар быстро и все. Вот он, левый боковой на полупрыжке, как бы. Вот он точно и справа. Эффектно. Еще один раунд позади. That's good. Now you mix up your punches. Because you also throw the right hand to the body. You don't got to throw it hard. Just throw the right hand to the body. Get him from flinching from that right hand on top. Throw the jab right hand to the body. Pull back. Make sure you pull back. Right hand to the body, pull back. Look down and go right hand, right to the top. Because he's trying to brace for everything up top. But you box him. Beautiful. Just don't stop using your jab. He confused. He don't know what to do when you use a jab. You hit him with it every time. And you also, remember the jab up the middle? You can throw it up the middle. The same way you do it. Just keep going. Throw the right hand. Give me opportunity to land one right hand. You know, throw your right hand. You know, double jab. Work like if you be in the gym, happy. Let's go. Back up. Хуан де Леон, тренер Мариуша Ваха, потребовал от него все-таки более решительных действий. Более такого, что ли, действенного сопротивления. Ну, действительно, пока Вах проигрывает бой безоговорочно. И вот на данный момент вся интрига заключается только в том, как когда Кличко этот бой закончится. Когда закончится. Ну, такое чувство, как будто он не доделывает что-то до конца. Но сейчас нанес точно справа. Как будто он немного жалеет своего соперника или тянет время, что ли. Зал начинает подбадривать своего кумира. Он пошел вперед. Растерялся поляк. Посмотрите. Ну что, был шанс атаковать. Неудобно было. Вах сейчас вперед. Можно было снизу встретить его в этот момент. Но Владимир сделал два шага назад. Ну, как всегда, Кличко боксирует в своей манере. Главное для него – это не рисковать, без риска. И бить уже наверняка тогда, когда он почувствует, что цель вот она рядом. Она расплавилась, она, что ли, подогрелась, закипела. Очень много ударов приходится в лоб. Вот отлично. Как сейчас. А кость у Ваха крепкая, мы это поняли. Так можно и руку разбить. Челюсть крепкая, да, не хрустальная, по крайней мере. Ударов он пропустил уже очень много. И так вот он держит эти удары, голова немного откидывается, хотя удары не самые сильные, но такой средней, что ли, силы. Вот, вложился наконец-то Кличко. Пока Владимир абсолютно не атакует по туловищу.
Да он, наверное, и не умеет этого делать, потому что все соперники его были намного-намного ниже. На самом деле ведь можно атаковать и в туловище, тем самым опустить руки соперника. Правильно. Ну и так, без атак по туловищу он находит, в общем, бреши в обороне Лафа. Посмотрите, между перчатками раз за разом проходят вот эти джебы. Опа, ого. Попал, Вах, попал. И, похоже, попал серьезно. Очень серьезно попал. Расслабился Владимир. Ну ты посмотри, что творится, а. Выстоял. И гонг. Ага. Гонг в какой-то мере помог сейчас чемпиону, господа. Вот что такое одно попадание. Вот что такое супертяжелый вес. И вот сейчас тренер сказал, всем молчать, буду я говорить. А что скажут здесь? Очень интересно. Сейчас мы посмотрим замедленный повтор этой ситуации, безусловно. В какой-то момент расслабился Владимир, потерял концентрацию. А это супертяжелый вес, господа. Отпустил ситуацию. Отпустил, он сам виноват. Да. На самом деле, вот там показывают уже заключительный фрагмент. А тогда мы не видели тот момент, когда он пропустил удар. Надеюсь, сейчас нам покажут. С другой точки, да. Вот он просто-напросто держал соперника и пытался держать соперника, вот и пытался держать руки на месте. Вы слышали? Но покажи правый прямой. Удар. А Вах рвется в бой, господа. Шестой раунд. Бой становится в какой-то мере интересным. Во всяком случае, какая-то интрига появилась в нем. Да, проморгал этот удар Кличко. И какая бы ни была мускулатура у Мариуша, да нет, ну, вес-то, извините, мощный. 114 Андрей, килограмм. Посмотрите, плечи какие мощные. Потом вот этот рельеф, эти большие мышцы, они ведь в боксе не главные. Главное, тяжелая кость и, конечно, правильно поставленный удар. Конечно. Ну что ж, надо снова показывать, кто хозяин в ринге. Вот, мне кажется, встряхнул, тем самым разозлил поляк украинца. Четкий джеб. У него был шанс добить в конце пятого раунда соперника. Он пытался это сделать, не добил. Сейчас будет, наверное, получать в ответ. Ох, сколько вот джебов он пропустил. Штук 6 или 8 подряд уже. Причем секунду, по два удара пропускает. Причем он их принимает на себя, чуть ли не сознательно. Я не понимаю, почему. Но, знаете, тот короткий успех в пятом раунде заслонил как бы страх. Нет, ну это мы видели с самого начала боя. Вот эти перчатки, которые как бы он поднимает, но между ними расстояние, куда регулярно входит рука Кличко. Вот сейчас растерянность. Не перекрывает он эту брешь совершенно. Хорошая двоечка. На самом деле я жду встречного справа и добавочного левого бокового. От Кличко, естественно. Но если это произойдет, и если это будут точные удары, то тогда все будет закончено, доложу. Он снова попадает Кличко. Но как Вах держится, а? Да. Интересно, в пятом раунде кому же судьи отдали победу? Какие жесткие удары пропускает Вах, как ни в чем не бывало стоит, а? Ну, он никогда еще не был. Он вообще никогда не проигрывал. Поэтому с подбородком у него пока все в порядке. Ну и, по крайней мере, сейчас он впервые в жизни вот именно на профессиональном ринге движется к поражению. Да, бесспорно, еще рано чего-то говорить, потому что все может произойти. Ну, вы видели, шанс у него был, да? Вот это один удар. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот зачем Владимир подошел слишком близко? Но он уже сделал шаг вперед, он пролетел эту дистанцию, и поэтому уже потом пришлось ему клинчевать. Такое чувство, что он в любой момент может атаковать право снизу. Ну, я говорю про Кличко, но не атакует почему-то. Ну, этот раунд он провел хорошо, конечно, для себя. Очень убедительно.
Вот этот господин, судя по его внешности, мне кажется, не отец ли Мариус Ивахов? Похож. Подбородки одинаковые, во всяком случае. Вот он, это точно. Уже очередной сильный удар. Но не до конца, не на 100% ложился Владимир в этот панч. Это удар снова в лоб. Вот здесь, да, был шанс. Ну, как-то пролетел он атаку. Надо было, да, он пролетел, он сделал шаг вперед. Там можно было левый снизу как-то доставать. Да, да, да. Соперник полный, чуть-чуть развернулся в сторону. Вот так вот встряхнул сейчас он польского бойца. Седьмой раунд. Половина поединка позади. Напомним, на кону стоят 5 чемпионских поясов. 4 из них титул чемпиона мира в разных весах. Все свое богатство Владимир выставил на кон в этом бою. Да, уже побаивается Вах соперника. Ну, по крайней мере, остерегается. Тоже. Ой-ой-ой-ой. Но не держит крепкий удары. Подбородок. Точно в челюсть. Ведь пришел удар. А все-таки руки у поляка длинные. Достает он, нет-нет. Ну, 2.08 размах рук у Ваха и 2.06 у Владимира. Но вот эти удары, знаете, такие, которые одиночные выбрасывает Мариус Вах, чувствуется, что сила в них еще осталась. Надо быть осторожным. Вот я, наверное, за много лет вижу, наверное, самый интересный поединок в исполнении Кличко. Не, ну, что там говорить. Конечно, соперник... Это не Тони Томпсон и не Мормяк. Да. Когда упрекали Владимира, что уже он боксирует вообще с какими-то чуть ли не легковесами. Ой-ой-ой. Какие точные попадания. Даже по звуку вы слышите, да. Какой силы удара пропускает поляки, держит. Да вообще не шелохнуться. Ну, это должно накопиться. Все равно это в каком-то аукнется на каком-то ударе или в каком-то раунде. Но седьмой раунд продолжается. Это бомбардировка. А Вах все еще на ногах. Вы знаете, вот где-то примерно за месяц до поединка я думал, что перспективы Ваха, наверное, 5% из 100. У Ваха перспективы аховые. Да, ближе к бою я посмотрел его бои, я понял, да, там где-то процентов 15 будет точно. Ну вот, наверное, в пятом раунде эти проценты, эти 15% и были, вот они уже заканчиваются. Поставил паровоз, четко поставил на рельсы Кличко и поехал. Не, ну, понятно, что превосходство чемпиона тут по всем статьям, да? И в техническом плане, да. И в скорости, и вот. В видении бокса. Выстоял. Но то, как стоит Вах. Не хватило опять буквально 10 секунд, наверное. Ну, как стоит Вах от раунда к раунду, это вызывает уважение, я вам скажу. Вызывает, бесспорно. Ну вот, скорее всего, не Ваха, родственник. Скорее всего, отец. Да, он похож, конечно. Вообще, очень много людей с разных стран, в том числе из Польши и Украины, приехало на этот турнир, на этот матч. И вот я представляю, да, каково родителю, отцу, наблюдать, когда твой сын стоит под таким градом ударом. Под прессом. Под прессом, под такой бомбардировкой. Что он переживает? И какие мысли у отца? Скорее бы все закончилось. Мне кажется, уже на пределе Мариус Вах, даже вот потому, как он слушал сейчас секундантов. Ой-ой-ой. Да? Посмотрите, какой удар пропустил. Сейчас. Вот он, по концовке
прошлой трехминутки. И этот удар чуть ли не был последним. Ну что, накопилось. Подустала голова уже у польского спортсмена. Ведь ну не может он терпеть столько ударов все 12 раундов. И понимаю, боксер не бит, я понимаю, он еще ни разу не был на полу, но сам уровень спортсмена совершенно разный. Но мужественный парень, действительно викинг. Как будто вот, ну, все вроде бы, вес почти один, рост почти один и тот же, но вот просто несколько разные лиги у того и другого спортсмена, как будто Кличко выступает в суперлиге, а Вах только стремится подойти к первой, только на желание, только на желание он есть, еще стоит на ногах, ой-ой-ой, ну вот начинается, похоже, а до конца раунда еще много-много, почти 2 минуты, ой-ой-ой-ой. Ну, удивительный боец. Ну, стоит же, посмотрите. Мне кажется, что сейчас будет у Эдди Коттона повод остановить бой скоро, если так будет продолжаться. Еще один удар. Еще. Да, стоит. Ну, дает, а. Уже Кличко уже устал в него попадать. Бьет и как бы теряет надежду, что его соперник свалится. Наносил ринга. Вы знаете, вот перед боем Сильвестр Сталлоне представлял свой мюзикл, да, «Рокки Бальбоа». Мы вспоминаем фильм, как это похоже на фрагменты как раз этих фильмов, да, «Рокки 1», «Рокки 2» и так далее. Вот. Когда тот же Сильвестр Сталлоне в ринге держал удар, его избивали. Потом все вот так кардинально менялось. Это, конечно, не кино. Здесь вряд ли такое произойдет. Да, попадает Кличко, но он устает. Силы-то теряются. Темп слишком уж высокий. Выстоит ли поляк этот раунд до конца? Выстоит, мне кажется. Но на лице у него написано, что очень ему сейчас не сладко. Но ситуация действительно прямо как в кино. Да. Ну, ни разу я не видел такого интересного поединка с участием того или другого брата. Нет, ну, вспомните бой Виталия с Леновсом Ливисом. Ну, конечно. Но интересно. И причем такое чувство, что ситуация может поменяться вот в другую сторону. Всего лишь один точный удар. Надежда на удар есть всегда. У поляка остается, но, правда, она все призрачнее и призрачнее становится. Силы уже на исходе буквально. Посмотрите, в каком состоянии. Но надо отдать ему должное. Устала голова у него. Он стоит, да. Он продолжает сопротивляться, он не падает. И он делает тоже в какой-то мере тоже этот бой интересным. Конечно. Своим поведением в ринге, своим мужеством, характер у своей парня стойкостью. Есть. Мне кажется, у Ваха сейчас одна мысль по выражению его лица. Быстрее бы все это закончилось. Ну, его можно понять, действительно. Ну, я думаю, что он находился в гроге. Ну, секунд, наверное, 30-40 из последней трехминутки. Это точно ничего не понимал. Он просто стоял на месте. Пытался, вернее, выстоять и выстоял. Еще интереснее. Так вот, уже доехали до 9-го раунда. 2/3 поединка позади. Пока еще стоит на ногах Вах. Я по-другому назвать не могу. Весь зал уже скандирует «Кличко». Но он делает все, что может. Он попадает, он бьет. Да уж. За весь бой у Ваха был такой один, пожалуй, явный эпизод. Удачный для него. Выцеливает Кличко. Он уже готов нанести тот последний удар,
только выбирает как. Ну вот мы видели, да, две, да, если не три серии в предыдущем раунде, когда он атаковал длинными очень сериями, много ударов выбрасывал. Но ведь он тоже уставал в тот момент. Конечно. Ну, безусловно, сейчас вот он несколько снизит темп. Он будет ждать сейчас какой-то атаки соперника. Попытается, может быть, даже выдернуть Ваха на себя каким-то образом. Но Вах, мне кажется, просто на автопилоте сейчас действует. Нет, он немного восстановился. Потому что на фоне усталости, общей усталости, Кличко снизил темп. Естественно, стало легче поляку. Вот встречный удар мы видели, посмотрите. Дернулась голова, но он... Как будто, вот знаете, какая-то батарейка. Они устали оба, посмотрите. Устали оба, бесспорно. Один устал наносить удары, другой устал терпеть. Еще от чего ты сильнее устаешь, можно подумать. От пропущенного удара или от того, что наносишь эти удары? Ну, только одна лишь разница, что эти удары идут тебе в зачет. Да. Снизился. Ну, Владимир взял такой небольшой вот перерыв. Да. Устоит ведь, а? Да, этому парню нужно, уже можно повесить орден, ну, по меньшей мере медаль за стойкость. За стойкость и отвагу, да. Все правильно. И девятый раунд закончен. Зрителям нравится бой. Ну, действительно. Есть в нем определенная прелесть. Сложно сказать, на каком примерно уровне находится Вах по отношению к Тайсону Фьюри или Хелениусу. Мне кажется, те перечисленные боксеры несколько выше по классу, нежели польский спортсмен. Особенно, мне кажется, это касается Хелениуса. Да. Но еще раз скажу, что вот эта пара больших ребят наступила в супертяжелом весе, и теперь все бои будут практически такие. Джонатан Бэкс спокоен. Ну что тут можно посоветовать, я даже не знаю, наверное, вряд ли что-то определенное. Молчали в основном, и Виталий Кличко просто наблюдал. Потому что все делает правильно Владимир. Но соперник мужественно продолжает держаться на ногах. Вот именно мужественно. Так он еще идет вперед, посмотрите. Ну, Владимир дает ему идти вперед. Еще один удар. Сколько уже этих точных ударов легло в голову Ваха? И в этом весе даже джеб может весить килограммов 200. Ну, мы видели в исполнении Владимира, когда он заканчивал бои вот этой передней рукой, особенно боковым ударом. Я... А здесь и правый попадает. Но все-таки еще один. Все-таки давно у Кличко не было таких стойких ребят. Вы знаете, еще мне кажется, в чем дело, что Вах, он смелый парень. Он не закрывает глаза, во-первых, ни в какой ситуации. И многие удары Владимира он просто видит. Он их видит и принимает на себя. Он как бы уже готовится вот встретить этот удар. Но настрой, конечно, сумасшедший. И у того, и у другого. Бесспорно, Вах не просто выходил в ринг с надеждой, он выходил только за победой.
Ну, хотелось. И даже взгляд вот на пресс-конференции, ну, был совершенно уверенный взгляд. Он реально понимал, куда он идет, с кем, точнее, он выходит в ринг. Ну, последние бои его, последние 7 боев, все досрочные победы придали ему эту уверенность. И мы видели эпизод, да, когда он чуть-чуть не поменял ход боя. Давно мы не видели такого стойкого парня в супертяжелом весе. И давно мы не видели, чтобы Кличко в каком-то раунде было. По-моему, в 5-м пропустил такой силовый удар и чуть бой не закончился. Да, темп высокий на самом деле. Бесспорно навязывает его и вообще диктует в ринге Владимир. На волевых сейчас держится Мариуш, но он как-то... Ну вот всем своим видом... Несколько ниже стало преимущество Кличко. Наверное, знаете, потому что темп немного снизился. Темп снизился, безусловно, вы правы. И еще мне кажется, что вот при всей вот этой своей, да, казалось бы, и разнице в классе, и в том, сколько он вообще пропустил ударов, но вот всем своим видом, вот у меня, почему-то не покидает ощущение, что Вах все равно показывает, что ударить я еще могу. Да. Вот есть какая-то, да, такая вот скрытая-скрытая угроза, очень, очень сильная, ну, и скрытая, может быть. Но вот почему-то такое чувство остается. Чемпионские раунды впереди. Сложно сказать, насколько ситуация поменяется в этих двух последних трех минутках. Ну, все зависит от того, насколько сильно устал или сколько осталось силы и энергии у Владимира. Потому что, если он поднимет темп, он просто-напросто может закончить бой. Судья был на грани, вы правильно сказали, Борис, где-то в раунде 6-7. Восьмом раунде. Восьмом, да. Кажется, вылетела капа. Нет? Ой-ой. Еще один. Опустил абсолютно руки. Вот так Владимир еще давно не боксировал. Я давно его таким не видел. Я вообще, пожалуй, не видел. Опускает руки Виталий часто в бою. Владимир более классического плана боксер. Но здесь он уже предпринимает всякие попытки. Ой, на грани сейчас. Поляк. И все равно терпит. Ну, после боя-то голова у него будет болеть, я думаю. Вы знаете, очень хорошо, мне кажется, делает Эдди Коттон. На грани сейчас, на грани. Что он не останавливает пока бой. А что останавливать? Пока для этого нет предпосылок, таких уже очевидных. Все ждут окончания, конечно же. И рефери тоже ждет. Для этого он и контролирует ситуацию в ринге. Но все зависит, опять же, от Кличко. Он может поднять темп, осталось... Полтора раунда всего лишь до конца. В 12-м раунде. Вот у меня все равно такое чувство, что Кличко чего-то не доделывает. Ну, не на все 100%. Он готов, бесспорно, как всегда, идеально. Но процентов на 80, наверное, он делает то, что он делает в ринге. Да, свои возможности. Трудно сказать. Во всяком случае... Ну, что вы имеете в виду? Что он не так тщательно вкладывается в удары? Да. Ну, вы знаете, он же попробовал. Он просто наносит удары сильно. Точно. Да и сильно бил, но соперник просто стоит, продолжает стоять на ногах. Понимаете, в чем дело? Опять-таки, столько раз он бил вот в голову ему, в лоб попадал, да, прямыми ударами, что вообще есть вероятность и разбить руку в какую-то. Ну, конечно. Как там не трепируй, как там не заклеивай, не заматывай бинтами. Конечно же, точный удар, да еще, не дай бог, в лоб. Он, можно просто-напросто. И много раз боксеры ломали кости или просто получали сильный ушиб.
Да. Заканчивается 11 раунд, 10 секунд до гонга. Этому парню, я говорю про Мариуша, уже можно вручить медаль. По окончании предпоследнего раунда. Нравится все это Сильвестру Сталлоне. Ну, действительно, бой интересный, со своей определенной интригой. Ну что, поднимет Владимир темп в последнем раунде? Вот мне кажется, что если он сейчас пойдет вперед с большой серией, то все может закончиться. Может закончиться, да. Несколько раз были такие моменты, когда все, прижимал руки к голове поляк и немножко так опускался, что ли. Небольшое рассечение мы видим у Владимира, да? Вот ответ поляка. Редкое попадание, тем не менее. Yeah, move him box. Just keep moving him box. He could try to get lucky this round. Keep moving, Vladimir. Get your rhythm and keep. Ну что ж, Джонатан Бэнкс сказал, что все-таки надо быть поосторожнее в какой-то бой. Последний раунд. Даже не тут. Посмотрите не титульного, на Ваха. А супер титульного поединка. Посмотрите на Ваха. Да, в этом. В этом бою все супер. Супер тяжелая весовая категория. Супер титульный поединок. 5 чемпионских поясов на кону. Супер терпение польского спортсмена. Интересный, очень интересный бой. Остается только гадать, достоит ли до конца поляк или думаю, не достоит. Думаю, что достоит. Думаю, что достоит. Он даже пошел вперед, посмотрите. Хотя шансов-то ведь выиграть уже, ну, не практически, вообще нету. А Владимир, вот посмотрите, он может увеличить темп или силу удара и закончить бой досрочно. Ну вот сейчас он, по-моему, это будет делать. На грани сейчас, вот прямой сама ситуация. Прямой сейчас прошел. Польский спортсмен уже, ну, почти готов сдаться. Вот только еще он шел вперед, уже, опа-па. Секунды идут. Меньше 2 минут до конца. Успеет, не успеет. Половина раунда еще впереди. Сделал паузу Владимир. Ну, на самом деле, он потратил очень много сил и энергии, он просто-напросто устал. Он очень устал. Наверное, как не уставал уж давным-давно, получил рассечение. Ой-ой-ой. Ну, сколько точных попаданий, а? Минута. Еще минута впереди. Ну, наверное, достоит все-таки поляк, ну... С характером. Нет, поляк достоит, безусловно, потому что... Я чувствую, что усталость уже придавила удара уже не будет, Владимира. Тогда достоит. Да, вот это битва. Молодец, двух Вах. Гигантов, а может быть даже не битва, а избиение одного другим. Нет, ну посмотрите, Вах идет вперед. Ищет свой последний шанс. Ведь тоже парень не молодой, 32 года. Да. Уже карьера потихонечку будет подходить к концу. Ну и. Да нет, какой подходить к концу? Она у него только начинается, по большому счету. Нет, она уже на пике. И этот бой, ну, посмотрим. Есть куда расти. Но этот бой ему дал очень много. Конечно. Во-первых, и очень много денег. Ну, это само собой, да. Это очень немаловажно. Во-первых, в плане собственной самооценки, мне кажется. Да. Ну... То, что он достоял до конца в этом бою, то, что он вот так мужественно продержался, то, что искал до конца свой шанс, ну, пытался, во всяком случае, найти. Все довольны. Довольны, да. Его команда очень довольна. Вся команда довольна. Они ожидали несколько худшего.
И конечно, Владимир, наверное, сейчас выразит тоже свое отношение к сопернику и свое уважение, наверное, которое не может не вызывать польский боксер. Здесь, ну, не впервые, а никаких скандалов не было. Все было чинно, достойно, красиво, я бы сказал. И что касается отношения одного спортсмена к другому до поединка. Ну и в ринге была честная мужская борьба. Честная мужская битва, но с большим, конечно, преимуществом. Победил Кличко, но терпения у Ваха не занимать. Это да. Но как же устал Владимир под конец боя, да? Почувствовал с последнего раунда. Ну, сколько это... можно было бить? Он в конце концов устаешь ждать, когда соперник ляжет на пол. Нет, столько ударов выбрасывать, бить, это же... Да. Сильвестр Сталлоне находится тоже в ринге. Ну вот, жена и ребенок. Ребенок. Молодец, Вах, молодец, ничего не могу сказать. Вот я вижу польского боксера, который тоже выступал в сегодняшнем вечере. Вот он как раз, наверное, своему другу по команде помогал, секундировал в этом бою. Очень много людей в ринге. Но сложно сказать, кто сейчас, кого мы видим на груди польского спортсмена. Ну, не себя же, на кого в детстве. Ребенка. Наверное. Но... Так ребенок-то растет, и он станет другим, когда вырастет. Ну, мы не знаем этой истории, поэтому не будем на ней заострять внимание. Выиграл Владимир. Выложился полностью. Вот интересно, если столько бить просто по стене, наверное, тот же эффект был. Не знаю. Тут несколько другой стимул. Стену-то что? Нет, я имею в виду усталость та же. Ну, тут есть преимущество, что стена тебя не бьет. Поэтому устать можно несколько меньше, но в одно и то же место бить постоянно просто тоже надоедает. Сталлоне рядом с этими гигантами. Он доволен. Не зря приехал, представил свой мюзикл, посмотрел хороший бой, показался публике. Ну и вот то, чего ждала немецкая аудитория от своего любимца. И ведь все понятно, но никто не расходится, посмотрите. Все стоят и все приветствуют. Все ждут сейчас окончательного вердикта. Все ждут, когда эти пояса вновь окажутся на теле чемпиона мира. Аплодирует Ивах. Остались у него еще силы, остались эмоции. Вот, знаете, на самом деле... Вот Владимир наконец подошел к сопернику. Все-таки понятен теперь класс. Ну, мне лично он был понятен раньше. Понятен класс спортсмена с достойным себе по росту оппонентом. Но вот действительно, мне показалось в какой-то момент, и, наверное, мы с вами недалеки от истины, что боксеров, с боксерами такого роста Владимиру даже удобнее боксер. Да. Вот этот фрагмент из второго, если я не ошибаюсь, раунда, или даже первого, когда вот я говорил, помните, что Вах не закрывает глаза, он смотрит, он видит, и вот здесь вот видно, как он смотрел на перчатку, приближающуюся к его лицу. Как сужали зрачки. Да, и ждал этого удара. Давайте послушаем счет. Pasquale Procopio scored 119-109. All three scores to the winner by unanimous decision. And still unified heavyweight. Единогласным решением судей. Даже если я не ошибаюсь, что 127 дал, да? Да, один судья дал все раунды. Даже больше. Согласен с этим. Марио Швах аплодирует своему уже в прошлом сопернику. Ну и сейчас Владимир будет как нарядная елка в своих регалиях. Все пояса
снова остаются. Ну, его трофеи на месте. Два не вошли. Ну, самый главный. Вот четвертый пояс. Зрители довольны, посмотрели. Вообще вечер получился неплохой. Да. Я думаю, что все наши телезрители, которые провели вот это позднее время у своих телеэкранов, получили удовольствие не зря. Просидели, посмотрели хорошие бои. И Чехкиев молодец, победил в 10-раундовом бою своего соперника. И этот бой вот был таким своеобразно интересным. Ну, а мы, ваши комментаторы Андрей Шкаликов и Борис Скрипко, на этом будем с вами потихоньку прощаться. Наша трансляция заканчивается. Смотрите бокс, держите удар.